Продолжается подготовка к областному празднику. Ремонт городских дорог в разгаре. С сегодняшнего дня закрыта улица Космонавтов. Проезд автомобильного транспорта запрещен. Дарья Гречанникова расскажет подробнее. Временные неудобства приходится терпеть и водителям, и пешеходам. В Междуреченске масштабно реконструируют дороги. Ну, неудобства, они хотят закончиться, это же видно, что закончится. Всегда хорошие дороги нужны. Была плохая. Яма, колдобина. Будет удобнее. На этой неделе очередь дошла и до улицы Космонавтов. Рабочие демонтировали старый асфальт, вскрыли старую ливневую канализацию, в планах ее реконструкция. После приступят к дорожному полотну. Будет выполнено 600 метров бордюрного камня и также уложено 3000 квадратных метров асфальта. Все работы у нас должны быть выполнены по капитальному ремонту проспекта Строителей, улицы Чехова и улицы Космонавтов до 15 августа. Из-за ремонтных работ с 1 по 8 августа по улице Космонавтов от проспекта Коммунистического до 50-летия Комсомола движение для всего автотранспорта закрыто. Дарья Гречанникова, Михаил Чеканов, Новости Плюс.